Девчонки, я уже выбрала победителей в нашем марафоне. Два человека. Один среди тех, кто выполнил два и больше задания. И одного человека мы выбирали среди всех, кто выполнил пять заданий. Эти две девочки получат плоечки. Я сейчас сюда в это видео прикрепляю, как это все происходило. Привет, девчонки. Сейчас с помощью генератора случайных чисел мы выберем того, кто победил у нас в марафоне. Итак, у нас два победителя. Одного мы будем выбирать среди всех, у кого есть два и больше заданий. Второго победителя выбираем среди тех, у кого есть пять заданий. Итак, я тут отмечала задания. Тут у меня у кого сколько этих заданий. Сейчас я поставлю фильтр. Уберем 0 и уберем 1. Уберем пустые. Это значит, что не отмечено задание, вообще не сделано. Остаются 2, 3, 4 и 5 заданий. Только эти люди. И вот у нас список таких людей. Тут даже я есть, но, конечно, себя считать не буду. Сколько у нас человек? Сейчас посчитаю. 22 участника в этом сегменте. Это от 1 до 22. Генерируем. 1. Интересно. Кто у нас был на первом? Билан Аня. Поздравляю, Анюта, за то, что ты выиграла плойку. Достойная победа. Умничка, ты делала все задания. Ты новый партнер. А плойка твоя. Поздравляю, Анюта. Сейчас отфильтруем всех, у кого есть 5 заданий и более. Аня уже не принимает. У нее 5 заданий, кстати, выполнено. 5 и более, говорю. Там больше 5 не было. Так, 2 убираем, 3 убираем, 4 убираем. 5 заданий у нас выполнило. 1, 2, 3, 4, 5 человек. Аня у нас не в счет. Итого 1, 2, 3, 4. Среди 4 людей выбираем от 1 до 4. Генерируем. 2. 2. Это Кагарлыцкая Лина. Линочка, поздравляю тебя, тоже заслуженная победа. Умничка. Я очень рада, что ты пошла в эту степь. Сделала все 5 заданий. Умничка. Поздравляю, девчонки. Девчонки, огромные молодцы. Анюта, Линочка. Обожаю, умнички. Уже совсем скоро я получу плоечки ваши и вам передам. Я думаю, с Анютой в конце недели мы встретимся. Это в субботу, в пятницу или в субботу. Я буду в Коростене, завезу тебе твой подарочек. Линочка, с тобой, я думаю, мы встретимся на следующей неделе. Либо тоже на выходных. В общем, договоримся. В любом случае, я плоечки получаю в конце недели, где-то в четверг. И смогу вам передать ваши призы, девчонки. Большие-большие молодцы.